Антон, первый дубль в сезоне. Поздравляю, поздравляю с победой, в том числе сегодня. Как, легкая игра или нет? Счет такой 4-0, крупный, уверенно. Да, легких игр не может быть, потому что «Динамо» хорошая команда. Спасибо ей за этот спарринг. Мы отдали все свои силы, готовились очень к этому матчу, понимали вообще, какой матч важный это для нас. Поэтому отдали все силы и выиграли, эмоции. Слава богу, что так произошло. Дубль сегодня как будешь отмечать? Никак. Очень рад, конечно, что забил. Два гола. Вообще для меня это поле удачное, поэтому, слава богу, идем дальше.